Настоятель храма пророка Илии в Обыденском переулке поблагодарил главу Русской Православной Церкви. А суд тем временем вновь отложил заседание по громкому делу о ДТП с иеромонахом. Если предыдущие два раза рассмотрение административного дела настоятеля храма пророка Илии в Обыденском переулке откладывались в связи с тем, что иеромонах Тимофей лежал в больнице после ДТП, а также из-за неявки на допрос понятых, то теперь, как уточняют журналисты, необходимо сравнить показания обвиняемого и свидетеля по записи регистратора. Чуть ранее на заседании суда игумен сообщил, что не признает своей вины в ДТП. Рассказал о том, что спортивный двухместный BMW Z4 с дипломатическими номерами, на котором он столкнулся на Садовом кольце с двумя иномарками, ему не принадлежит.